Старт получился не очень, а команда Монголии очень силовая команда, получилась вязкая игра. Проиграли много подборов, из этого сложился такой результат. Могли выиграть, но не получилось. На Украину настраивались особенно, потому что проиграли первую игру и нужно было в любом случае выигрывать. Поначалу была нервозность, а потом она ушла и мы начали играть как обычно. Видели всех соперников, посмотрели игры. Да не будет в нашей группе проходных команд, все серьезные, со всеми нужно упираться.